«Как идет за солнцем», «До свидания, мальчики», «Любить цена». Без картин Михаила Калика, отмечают критики, сложно представить кинематографическую культуру эпохи оттепели. Его имя входит в когорту крупнейших кинорежиссеров 60-х годов. Каждый фильм – яркое оригинальное произведение, которое, как и положено творению поэта, с кристальной чистотой являет свой век и край, и ничего не теряет в переводе на язык другого века. Сегодня Михаилу Калику исполняется 85 лет. –